дорогие друзья, уважаемые любители волейбола. Сегодня самая сложная игра у Бауманской на первенстве Москвы. Сегодня Бауманская встречается с золотым призером первенства Москвы прошлого года среди юношей 2008-2009 года и серебряным призером первенства России. Тяжелая неделя у Бауманской. Четвертая игра на неделе. Вчера Бауманская много сил потратила на борьбу с Викторией 1. Итак, начинаем смотреть важнейший матч. Испытание для Бауманской. Подает Фортуна. Четвертый номер Дмитрий Фигор. Бауманская выходит вперед. У Бауманской подавать будет Даниил Лао. Мяч цепляет сетку, меняет траекторию. Бауманская выигрывает второй мяч. 2-0. Продолжает подавать Даниил Лао. Два мяча записывали на счет Даниила Лао. Фортун остается без атаки. Андрей Трепетень, связующий Бауманской, выигрывает воздушный бой над сеткой. 4-0. Подача баут. 1-4. Бауманская мешает друг другу атаковать. И вот мы видим в игре Лапшина Максима, лучшего игрока первенства России. Забивает второе очко для своей команды. 2-4. Подача 8 номер Симонов Эдуард. Фигур. 5-2. Бауманская впереди. На подачу Андрей Трепетень. 22 номер Бауманской. Фортуна опять без атаки. Андрей. Работает блок Бауманской против грозного нападающего Фортуны. Илья Назаров скидкой обманывает блокирующих Фортуны. 7-2. Атакует Илья Назаров, но не попадает в площадку.
3-7. Подавать будет связующий Фортуны, 11 номер Галюков Алексей. Укороченная подача. Хитро сыграл Кирилл Блайнов. Фортуна не поняла, что произошло, не подняли они этот мяч. 8-3. На подачу выходит Илья Назаров. Подача в сетку. 4-8. Мяч в игру будет вводить Максим Лапшин. Держит удар. Илья Назаров не справляется с приемом мяча после атаки Фортуны. Счет 5-8. Но не выполняет свою задачу. От блокирующих мяч падает им под ноги на своей территории. 6-8. Лапшин Максим бомбит Бауманскую. Бауманская не держит удар. 7-8. Одно очко осталось Фортуне до Бауманской. Тайм-аут берет тренер Бауманской, перерыв. Продолжаем смотреть первую партию. Бауманская Фортуна. Счет 7-8. Бауманская на одно очко опережает Фортуну. Подает третий номер Фортуны Максим Лапшин. Андрей Трикутень, двойное касание. Бауманская проигрывает еще одно очко, счет равный 8-8. Кирилл Войнов обманывает блок скидкой. Скидка за блок. Там нет страховки, Бауманская. Вырывается вперед, 9-8. Подавать будет Захар Новиков. Подача в аут. 9-9. Денис Чернышов на подачу Фортуны. Прием мяча. После его рук Фортуна делает скидку и выходит вперед. 10-9. Не получается атака у Кирилла Бойнова. Атакует Фортуна. 11-9. В Бауманской готовится замена. На площадку выходит Каратенков Алексей вместо Захара Новикова. Продолжает подавать Денис Чернышов. Скидка Кирилла Багарьяна. Фортуна не принимает. 10-11. Кирилл Багарьян выходит на подачу.
Егор Дмитриев пробивает защиту Бауманской. 12-10. Фортуна впереди. Не получается атака у Кирилла Бойнова, но тем не менее мяч плавно залетает в котел Фортуны. Записан этот мяч на счет Кирилла Бойнова. Кирилл выходит на подачу. 11-12. У Бауманской минус один. Подача в аут. Подавать будет Егор Дмитриев, четвертый номер Фортуны. Неудачный прием мяча у Каратенкова Алексея. Бауманская проигрывает еще один мяч. 14-11. Каратенков Алексей два раза не принимает мяч. Его тут же отправляют на скамейку запасных. Возвращается на поле Захар Новиков. 15-11. Кирилл Бойнов не справляется с приемом мяча. Опять эти кривые мячи. Начинаются повторения проблем Бауманской. 16-11. Вместо Кирилла Бойнова на площадку выходит Роберт Манукян. Атакует Илья Назаров. Площадку не попадает. Бауманская отпускает Фортуну в отрыв. 17-11. Зачем Илья берешь ты этот мяч? Он летел в аут. Бауманская проигрывает еще одно очко. 18-11. Тайм-аут берет тренер Бауманской. Перерыв. Смотреть первую партию. 18-11. Фортуна впереди. Дает Егор Дмитриев. Фортуна вытаскивает этот мяч. Илья Назаров добивает все-таки этот розыгрыш в пользу Бауманской. 12-18. У Бауманской минус 6. Подает Даниэл Лао. Скитов котел. Илья Назаров добывает еще одно очко. 13-18. Меняет траекторию. Фортуна не принимает этот мяч. 14-18. У Бауманской минус 4. Не справляется с приемом мяча Дмитрий Фригор. 15-18. У Бауманской минус 3. Тайм-аут берет тренер Фортуны. Перерыв. Итак, продолжается первая партия. 15-18. Даниэл подает вау. 19-15. У Бауманской минус 4. На подачу выходит Симонов Эдуард. Thank you.
отдыхают. Третьего номера Максима Лапшина. И касаются сетки Бауманской. 20-15. У Бауманской минус 5. Атакует Илья Назаров. Путь ему, его атаки преграждает блок Фортуны. С раскоком мяча Бауманская уже не справляется. 21-15. Есть! Илья Назаров забивает 16-й мяч. 16-21. Минус 5 у Бауманской. На подачу выходит Андрей Трепутень, 22-й номер Бауманской. Скидка сначала, Илья Назаров в очередной раз обманывает блок Фортуны. 17-21, минус 3 у Бауманской. На счет Захара Новикова. Хорошо сыграл над сеткой. Преградил путь мячу. 18-21. Минус 3 у Бауманской. Выпускают лучшего игрока Фортуны. Бауманская. Дают ему атаковать. 22-18. У Бауманской минус 4, у Бауманской замена. Вместо Роберта Манукяна на площадку выходит Бойнов Кирилл. Мощная атака от Ильи Назарова. Очень прямолинейно все делал Илья. Выставили блок против него, и счет уже 23-18. Похоже, Бауманская уже не спасти эту партию. Ой, Даниил между рук пропускает мяч. Очень обидная ошибка. 24-18. Сетбол у Фортуны. Слабовато сегодня работает блок у Бауманской против Фортуны. 25-18. Бауманская проиграла первую партию. Перерыв. Итак, вторая партия. Счет 0-0. Мяч в игру будет вводить Кирилл Бойнов. Начата. Подача в самый угол площадки. Фортуна не принимает этот мяч в надежде, что он уйдет в аут. Кирилл Бойнов. Первое очко во второй партии. Фортуна остается без атаки. Илья Азаров сколачивает мячик в пол.
площадке Фортуны 2-0. Кирилл Багарьян держит удар от Фортуны. Опять упускают Лапшина, Максимов, Бауманская. 1-2. Нападающим уходит Эдуард Симонов. Лапшин Максим выше блока Бауманской. 2-2. На одно очко опережает Фортуну во второй партии. Подавать будет Даниил Лао. Все тот же Максим Лапшин забивает третий мяч. 3-3. Подавать будет связующий игрок Фортуны. 1-0. Галюков Алексей. Укороченная подача. Илья Назаров не справляется с приемом мяча. Фортуна выходит вперед. 4-3. Кирилл Войнов атакует в сетку. 5-3. Бауманская замена. Вместо Кирилла Бойнова на площадку выходит Роберт Манукян. Укороченная подача. Илья Назаров все-таки не вытаскивает Фортуну этот мяч, хотя была возможность. Мяч хаотично меняет траекторию. Все-таки не возвращается на сторону Бауманской. 4-5. Бауманская на одно очко отстает от Фортуны. Есть! Илья Назаров пробивает все-таки мяч до пола площадки Фортуны. Счет равный 5-5. Андрей Припутень. Илья Назаров в очередной раз пробивает до пола Фортуны. 6-5. Бауманская выходит вперед во второй партии. Счет равный.
Бауманская не держит подачу. Максима. Лапшина. Даже никто не дернулся. Подача в аут, но судья решил все-таки отдать это очко Фортуне. Непонятно почему. Бауманская замерла в ожидании. Свечку поднимает Даниэлу Лао. И все прилипли ногами к полу. Стоят, смотрят на этот мяч. И никто не делает шагов. Тайм-аут берет тренер Бауманской. Перерыв. Продолжаем смотреть вторую партию. 9-6 в пользу Фортуны. Илья Назаров забивает еще один мяч. 7-9 у Бауманской, минус 2. Подает Илья Назаров. Эйс от Ильи Назарова. Не справляется с приемом мяча. 8-й номер Фортуны. Эдуард Симонов. 8-9. Одно очко отделяет Бауманскую от Фортуны во второй партии. Роберт Манукян сравнивает счет. 9-9. Тоже 8-й номер. Эдуард Симонов не принимает подачу от Ильи. 10-9. Бауманская уже впереди. Похожая ситуация. 11-9. Тайм-аут берет тренер Фортуны. Перерыв. Закончен перерыв, команды возвращаются в игру. Вторая партия, 11-9, Бауманская впереди, подает Илья Назаров. Ой, Захар, зачем? Он увидел, как можно заработать мяч со всей силы по сетке. Какая досадная ошибка. 11. Подавать будет Денис Чернышов, 9-й номер Фортуны. Захар Новиков атакует прямо в руки блокирующего Фортуны Дмитрия Егора. Счет равный 11-11. Багарьян. Не получается у него атака. Ни с точки зрения силы, ни с точки зрения точности. Мяч в ауте. Фортуна выходит вперед. 12-11. Работает блок от Захара Новикова. Захар исправляет свои ошибки. 12-12, счет равный. Захар выходит на подачу. Есть! Илья Назаров.
Пожаров пайпом забивает 13 очко. 13-12, Бауманская на одно очко опережает Фортуну во второй партии. Продолжает подавать Захар Новиков. Фортуна без атаки. Атакует Роберт Манукян прямо в блокирующих. 13-13. Бауманская замена. Вместо Захара Новикова на площадку выходит Шейн Матвей. Подавать будет Павел Чистяков, пятый номер Фортуны. В игру вступает Шейн Матвей. Показывает судья, не понимаю у кого. Фортуна впереди, 14-13. Связующий Фортуны Алексей Галюков пробивает защиту Бауманской. 15-13. Бауманская минус 2. Бауманская дает атаковать Фортуне. Фортуна пользуется случаем. 16-й мяч забивает Егор Дмитриев. Минус 3 у Бауманской. Есть! Илья Назаров пайпом забивает 14 очко. 14-16. Минус 2 у Бауманской. На подачу выходит Кирилл Багарьян. Восьмой номер Эдуард Симонов. 15-16. Минус 1 у Бауманской. Все тот же третий номер Фортуны. Супермен Максим Лапшин. 17-15. Фортуна впереди. Подавать будет Егор Дмитриев, четвертый номер Фортуны. Заколачивает мячик в Фортуне. 16-17. У Бауманской минус 1. Подавать будет Роберт Манукян. Ну как же так? Неудобно атаковать Лапшину Максиму. И он переигрывает Бауманскую в неудобной ситуации. Ну надо же бороться за мяч. 18-16. Фортуна впереди. Расступаются игроки Бауманской. Отходит от мяча Шейн Матвей. И ошибается. Мяч попадает в площадку. 19-16, минус 3 у Бауманской. Дает Фортуна Эдуард Симонов. Ой-ой-ой-ой-ой, Захар Новиков
не справляется с приемом, казалось бы, простого мяча. 20-16, минус 4 у Бауманской. Тайм-аут берет тренер Бауманской. Перерыв. Продолжаю смотреть партию. Вторую партию Бауманская упустила в конце партии. Фортуна вперед. Илья Назаров атакует мимо площадки. Так, не понимаю. Нет, это очко засчитывает Бауманской. В чем причина, я не знаю. Но счет 17-20. У Бауманской минус 3. Подает Даниэлу Ау. Защиты Бауманской Максим Лапшин. 21-17. Подача в аут от Алексея Гулюкова, связующего Фортуны. 18-21. Минус 3 у Бауманской. Подавать будет Андрей Трипутень. Без проблем. Вообще никаких проблем для Максима Лапшина не представляет защита Бауманской. В любых ситуациях атакует и забивает. 22-18. Подает Максим Лапшин. Назаров. 23-18. Вот так один игрок переигрывает всю команду. Сетбол. Бауманская проигрывает вторую партию. И, безусловно, виной всему Лапшин Максим. Бауманская пока не может противопоставить ничего этому игроку. Перерыв. Начинаем смотреть третью партию во встрече. Бауманская Фортуна на первенстве Москвы. Это предпоследняя игра. Бауманской осталось сыграть только с командой Кировская. Итак, подавать будет Фортуна. Четвертый номер Егор Димитриев. Да что ж такое-то? Прием. Такой плохой прием. Бауманская проигрывает первое очко в третьей партии. Атакует в аут, показывает, что было касание блока.
Ну, судья. Нет, да, судья согласился. 1-1. Подавать будет Даниэл Уалова. Скидка неудобной левой рукой от Эдуарда Симонова. И Баумовска не поднимает эту скидку. Даниэл Уалова выходит с площадки. Вместо него выходит Гашин Александр. 2-1. Фортуна впереди в третьей партии. Подача вышедшего на замену Александра Кашина. Есть! Атака по блоку. От блока мяч уходит в аут. Илья Назаров забивает второй мяч. 2-2. Подавать будет Андрей Трипутень. В сетку. 3-2 в пользу Фортуны. Александр Кашин не справляется с приемом мяча. 4-2. Подача в аут от Алексея Глюкова, связующего Фортуны. 3-4. У Бауманска минус 1. Подавать будет Илья Назаров. Работает блок Бауманской против Лапшина Максима. Все, отлично. Фортуна проигрывает четвертый мяч. Счет равный 4-4. Илья Назаров подает в сетку. 5-4. Фортуна впереди. На подачу выходит безусловный лидер Фортуны. Третий номер. Максим Лапшин. Есть! Илья Назаров пайпом вколачивает пятый мяч в площадку Фортуны. 5-5. Возвращается в игру Даниэл Уалова. Александр Кашин отправляется на скамейку запасных. Скамейка запасных у Бауманской подросла. Захар Новиков будет подавать. Максим Лапшин. Все тот же Максим Лапшин. Раз за разом пробивает защиту Бауманской. 6-5. Фортуна выходит вперед. Вместо Захара Новикова на площадку выходит Шейн Матвей. Будет Денис Чернышов, 9 номер Фортуны. Кирилл Бойнов заколачивает мячик между блокирующими сеткой. 6-6, счет равный. Кирилл Багарьян выходит на подачу. Пятый номер Фортуны Павел Чистяков. Выставляется блок Бауманской. Но от блока мяч падает под ноги блокирующим. 7-6. Есть! Илья Назаров хитрым ударом
забивает 7-е очко, счет равный 7-7. Мяч цепляется за сетку. Фортуна не поднимает этот мяч. Кирилл Бойнов подает. Все тот же Максим Лапшин. Бауманская так загипнотизированная смотрит на его атаку. Блок не выставляется. 8-7. Фортуна выходит вперед. Подача в сетку от Егора Дмитриева. Счет равный 8-8. Захар Новиков возвращается в игру. На скамейку запасных уходит Шейн Матвей. Подавать будет Даниэлу Ауа. Ошибается Андрей Трикутин. 9-8. Фортуна на одно очко опережает Бауманскую. Подает Эдуард Симонов. Атакует Илья Назаров. Его караулит Максим Лапшин. Выставляет блок. Все у него получается. Бауманская проигрывает еще одно очко. 10-8. Тайм-аут берет тренер Бауманской. Возвращаемся в игру. Третья партия. Счет 10-8 в пользу Фортуны. Подает Фортуна Эдуард Симонов. Обманывает защиту Фортуны. Все усилия Фортуны были направлены на отражение атаки. Скидка. Свободный угол. И счет 9-10. Бауманская минус один. На подачу выходит Андрей Трипутень. Лапшин с высоты своего полета хорошо видит поле. Скидка в дальний угол площадки. Там никого нет из Бауманской. 11-9. У Бауманской минус 2. Долго летит мяч. Фортуна уже караулит Илью Назарова. Лапшин Максим преграждает атаку Бауманской. 12-9. Фортуна впереди. Илья Назаров не перекидывает мяч через сетку. 13-9. Некачественная передача. Бауманская теряет еще один мяч. Андрея отправляют на скамейку запасных. Связующим игроком будет играть Роман. Ай! Кирилл Бойнов не справляется с приемом мяча. Бауманская упускает Фортуну в середине третьей партии. 15-9. Минус 6 у Бауманской. Роман Киселев будет играть следующим. Алексей Галюков уже какой раз подает в аут. 10-15. Подавать будет Илья Назаров. Подача в сетку. 16-10. Подача переходит к Фортуне. На подачу выходит сверхоружие московского волейбола Максим Лапшин. Илья Назаров уже вышел из строя.
психует, ничего у него не получается. 17-10. Фортуна впереди. Тайм-аут берет тренер Бауманской. Перерыв. Возвращаемся в игру. 17-10. Атакует четвертый номер Фортуны Дмитриев Егор. Обратная замена у Бауманской. Возвращается Андрей Трепутень на позицию связующего. Площадки уходит Киселев Роман. Подает Максим Лапшин. 18-10 в пользу Фортуны. Бауманская принимает, не работая ногами. Точнее, не принимает. 19-10. Егор перехватывает скидку от Бауманской. У Бауманской расклеилась игра. Эйс от Максима Лапшина. Ну все, можно заканчивать уже игру. Бауманская не играет. Просто стоят и смотрят стороны на происходящее. Работает блок. Кирилл Войнов преграждает путь атаки Фортуны. 11-21. На подачу выходит Захар Новиков. В сетку. 22-11. Все тот же Максим Лапшин продолжает бомбить Бауманскую. 23-11. Илья Назаров забивает 12-е очко. Кирилла Вагарьяна. 13-23. Счет через десяток. Атакует Кирилл Войнов. Вкладывает всю силу в удар. Но этот же удар отскакивает от блока. Со скоком Бауманская не справляется. 24-13. Таймбол. Даниэл Уауа забивает 14-й мяч. 14-24, таймбол в исполнении Кирилла Войнова. Илья Назаров завершает встречу. Бауманская Фортуна. Атака в аут. 25-14. Бауманская проигрывает чемпиону Москвы прошлого года и серебряному призеру первенство России. Фортуна подтверждает свое место. Но Бауманская сегодня боролась.
за место под солнцем. Мы с вами прощаемся. Спасибо всем, кто был с нами и болел за нашу команду. До свидания, до новых встреч.